Всем доброе утро. Как всегда, с курятника у меня день начинается. Все, молодцы, мои девочки, собираю яйца. У меня 5 кур и, видите, один здесь, 2 здесь. Ну что, соберу. Молодцы, мои девочки. Ой, один теплый, наверное, только что. Это тоже немножко теплый, а это немножко малюсенький. Смотрите, малюсенький. А это средний. Спасибо, мои девочки. Покормила девочкам все. Здесь готовлю картошку. Жарю. Вот такие маленькие. Уже свежий картошка. А здесь уже у меня буду готовить рыбу. Как кипит. Все, уже сколько дней хочу рыбу. Как начинает вода кипеть, надо солить. 3 столовые средние ложки соли. Как кипит и сложили. Сейчас положу масло. Все. На этот раз картошка без картошки варю рыбу. Потому что у меня здесь картошка жарится. И, как всегда, тархуном накрываю. Очень вкусно так. У меня на канале есть, мои хорошие. Заходите, посмотрите. Рыба сик, сиванский сик называется. У меня на канале есть. Или как приготовить, сам очень правильно, как приготовить правильно рыбу сик. Вот так вот все закрываю и жду, как начинает кипеть. Вот уже почти начинает. Вот все начинается. Все, время стекает, 30 минут. Все, накрываю. А это пускай у меня жарится. Соль по вкусу. Быстро мне надо готовить. Мои хорошие. Моя семья вот только покушает. Потому что вот такие маленькие, которые, да, только вышло. И мне спрашивали, я не знаю, наверное, кто-то не понимает насчет рыб. Мне спрашивали, можно помешать рыбу. Я обалдела, нет, нельзя. Как голубки нельзя мешать, это не суп, так и себе рыбу. Поменьше делала газ, у меня картошка жарится. И голодная. Очень хотим кушать. Куром покормила. А пальцы. Вот так вот.